Так, какой случай? Давай. Третий уже есть. Так, привет, последний, кто-нибудь сделал? Да, конечно. Уже не важно, ну, все, не будем верить славы. Так, пишем ответы. Ответ пишем, да. Мне объясни, пожалуйста, почему ты его написал так мелко и не нажимая на то? Знаешь, что это не видно? Садись, не умеешь писать, садись. Так, 99 и 99, 198, абсолютная правда. 99 и 9, 108, это тоже правда. Так, здесь нужны решения. Давайте. Последний пример, но неужели никто не сделал? Как 99 и 99, меньше числа не бывает. И здесь, как и в первом примере, надо двигаться справа налево. То есть четверка, звездочка, шестерка, значит, здесь, конечно, у нас обязательно двойка. Ну и так далее. Значит, если здесь двойка, то у нас... О, кстати, ошибка. И так далее, и так далее. Тут и здесь у нас ошибка. Слушайте. Слушайте, а вы же не решили пример. Если здесь у нас двойка, давайте-ка я объясню, как на самом деле надо было делать. Если здесь у нас двойка, то мы занимали, значит, из 12, почитаю. Значит, вы просто не решили пример. Кто пойдет расскажет, пожалуйста. Только доказательство. Да. Мы вычитаем, чтобы найти это число, надо это плюс это равняется 9. Там надо написать нолик. Правильно? Так, пишу. Пишу здесь нолик. Чтобы получить пятерку, мы попробуем из 15 вычесть 5. Но тогда, чтобы получилось 5, надо 10. А здесь миллион. Значит, чтобы получить 5, надо, значит, сюда тоже 0. Правда? Ты же занимали. А, тогда надо 10 занимать, чтобы получилось 14 вычесть 5, тогда получили 9. Правильно. 9. И опять здесь занимали. Да. Значит, вот из 17 вычесть 8, надо получилось 8, надо... Во-во-во. Да, здесь должна быть действительно семерка. Здесь должна быть семерка. Из 17 заняли, осталось 16. И минус 8 получается 8. Молодец. И мы... А еще,
опять занимали. Да, если пятерка, чтобы 2 получилось, надо здесь 3 поставить. Да, отлично. Так, ну и последнее. Кто это объяснит? Сюда написать четверку. Все. Побежали.